Сегодня на Первом канале день Василия Ланового. 16 января легендарному актеру исполнилось 85 лет. В честь юбилея мы покажем самые известные картины с его участием, концерты и премьеру документального фильма. Ну а прямо сейчас картина «Полосатый рейс». В этом фильме у Ланового был лишь небольшой эпизод на пляже, но он оказался настолько ярким, что реплику его персонажа о группе в полосатых купальниках цитируют до сих пор. Смотрим.